Всем привет! Хочу поздравить вас с наступающим 2024 годом. Пусть этот год принесет столько счастья, сколько дней в году. Пусть все, что вы планировали, обязательно сбудется. Все, что хотели начать, начнется, а все, что хотели закончить, закончится. Пусть этот год будет для вас плодотворным. Всех с Новым годом! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю предновогоднего волшебства и чтобы все ваши мечты и цели всегда сбывались! Скоро приближается Новый год, а значит, команда «Рюш» хочет поздравить всех горожан России с Новым годом! Еще мы хотим пожелать вам счастья, любви, здоровья, удачи! Также не забываем, что Новый год – это семейный праздник. Побольше уделяйте внимание своим близким, друзьям. Говорят, под Новый год сбываются все желания. И я загадала взять интервью у Деда Мороза и поздравить вас вместе с ним. Дедушка Мороз, а что вы пожелаете жителям нашего города? Конечно же, большого счастья и много радости в Новом году. С Новым годом! С новым счастьем! Всем огромный пламенный привет! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья! Побольше улыбайтесь и мечтайте в 2024 году! И никогда не сдавайтесь! С Новым годом! Друзья, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья и много радости! Я поздравляю всех, кто смотрит это видео с Новым годом, а кто не смотрит, я тоже поздравляю с Новым годом. Желаю удачи, яркости, жизнерадостности, чтобы 2024 год наконец стал годом любви, путешествий и самых заветных желаний. Я очень надеюсь, что вам повезет в следующем году, и очень надеюсь, что этот год вам очень понравился. В общем, замечательных вам каникул, замечательного времяпровождения на них и отлично отметить Новый год. Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и любви, чтобы у вас было в жизни очень много сюрпризов, достижений, а также много приятных моментов. Дорогие контрианцы, поздравляю всех с Новым годом! Дорогие родные и близкие, поздравляю вас с Новым годом! Дорогие учителя и ученики Вятской гуманитарной гимназии, поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Пусть этот год будет незабываемым, ярким, наполненным радостными и счастливыми моментами. Запомните, как начнете год, так его и проведете. Проведите Новый год в такой семейный и уютный праздник вместе с родителями, родными и близкими. В этом новом году я желаю вам достижения всех своих целей. Удачи, счастья и здоровья!